이거 이거야 그거 그 꾸리짜야 그 치킨 진짜라니까 한번 먹어봐 이거 양고기야 Мы на метро приехали покушать бешпермак каймак. Шей хана. О, лошади. Бешпермак. О. А, привет, мистер Бу. Это наши золото. Мы всегда дарим браслеты. Да. О, спасибо. Это казахские национальные украшения. Да, спасибо большое. Я дала Юне попробовать паруса. So soft. So soft, мягко. Баурусаки, да? Я обожаю горячие баурусаки. Сначала не поняла, внутри ничего нету, о, какой вкус, но потом очень полюбила. Хорошо. Хорошо, сейчас тебе бешпармак принесу. О, чай не выглядит как чай. А молоко? А как это называется? Просто казахский чай. О, спасибо. Мне еще предлагали положить соль. Это в уйгурский чай говорят. Давайте Юрий сначала пробует. Вкус чая соль не интересен. Чего один соль? Это соль на любителя. Not all people understand this tea. Что за это вкус? Я пил это 10 раз, и только на 11 мне понравилось. Я пока не понимаю. А мы вообще не положим сахар. Да, потому что чай нужно чувствовать свой вкус. Бешпермак, Юни, please try. Это то же самое, да? Да, да. Don't worry, be happy. There was fingers. Первый. Horse meat. Когда я сказала, это конины, Юн чуть-чуть переживал, потому что в жизни никогда не попробовал. Хочешь говорить? Честно скажи, честно, очень честно. Not bad. This one tastes like a beef. Beef? Yeah. Легкая говядина. 이거 먹어, 파스타 먹어봐. 아, 나. 진짜 맛있지? 파스타 очень вкусная. Thank you guys for celebrating his birthday. 스카리 кормили. Осьминогами. Это я обожаю, живой осьминог. Да. Вот я думала, Юн кушает салат с помидором, но оказывается, это не то. Нас ожидается. Надо его с помидорами кушать. It's okay, but it's really hot. Try with tomatoes. It is juicy and it helps. Try with tomatoes. No? Что он кушал? Там есть такая маленькая. Блин, позор, Юн. Мы корейцы. Я кореянка, я покажу, как я хорошо кушаю острую. Это был узбекский, который здесь. А тут разные плов есть, да?
Я тоже. Боже мой, я думаю, это 100 раз острее, чем кимчи. Вау. А тебе вилка? Нет, его друг много там, но... О, думаю! Слишком остро. Я просыпалась. Сейчас. Ловко накушаешь, и бывает она жирная. С этой штукой добавляете, ее сладко. Но, поверьте, вот, я вам скажу, но мы сразу так не можем. Потом мы приехали, где только продают казахскую национальную кухню. Тут ресторан. Очень красивое место. Там, да. Тут официанты, девушки и мальчики, все в национальном форме. Продает только казахское кухня, блюдо. Тут очень красивое меню. Хлеб, да. Там есть, он предлагает ассорти. Там есть разные хлебоизделия. Ну, хорошо. Отдаюки. Они, 우리가 갔던 식당들이랑 너무 다른데, 그치? 이거 완전 전통 그런 식당. 완전 여기는 또 카프라다의 카자흐스탈 쿠크냐 라그만 예또 부업 예또 돌가 카자흐스키. 이쇼 뭐이 자카자리 바라니니 노 윤두마슈도 딱 꼬리짜. 여기는 카자흐스탄 음식만 팔아요. 치킨 사실 먹을 거다 근데. 없다며. 비슷한 거 있다 그랬지. 치킨 먹어보겠어. 치킨 먹을 거잖아, 그치? 난 치킨 좋아해. 치킨 좋아? 알겠어. чайник и чашки такие красивые. Пиала так называется, да? Ой, какой красивый чайник. Бля. Я тоже в первый раз вижу такое. Что за это суп? Пахнет что-то. Пали, дай мне зарад. 여기까지 안 가. 안 가. 물리지 다시 니나다 빠져 있지. 좋아. Надо перемешать. Он говорит это, что самый вкусный суп. Самый какой суп? Да, он вкусный суп. Крутный. Перемешайте прям хорошенько. Вкусно. Мне, например, перемешать надо. Ну, мне нравится. Не чувствуется. Чем запах вкусно. Да. Это чинча бахнича. Это мясо долго хранилось. Юн тоже попробовал, но он еще ребенок в Казахстане первый раз, поэтому ему не очень. Правда, мне понравилось. Вкусно. Это что такое? Это курдар, да? Да, уже у меня сей курдар. А мама сей курдар? Сей курдар, кое-то нет. Мы это все сможем кушать? Я тебя спрашивала, ты любишь хлеб? Да я столько не мог. Кушали. Когда ехали на войну, матери готовили их, чтобы у детей был сильный иммунитет. А, сильный иммунитет, да? Воины кушали. Так как Юн не может кушать, я забрала у него и кушала супа. Это самса, здесь получается мясо со шпинатом. Янгуги. Янгуги, а не янгуги. Янгуги, а не мальгуги, тунцунь. Янг, чинча, а не. Янг. Чин, иго, 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 курица, иго, чикин. Чинча, а не, а мы могу. Это не канина, да? Боя? Иго, янгуги, а. Мальгуги, а не гатэ? 소고기 같은데? 말고 같아? 근데 맛있어? 아 소고기야 이거. 소고기? 가비 아시나? 맛있을까? 맛있는데? 이게 맛있지. 완벽해.
курток чуть-чуть мне тоже сложно было. Но вот хлеб вкусный, и конины это вкусный, и чай тоже. Здесь Жанара постоянно наливает чай. Каждый раз, когда у меня чашка пустая, всегда наливают. Чай много пьют в Казани. Да. А кто? Почему келинки надо наливать? Ну, келинка наливает, потому что она келинка. Они сами могут наливать еще? Нет. Почему нет? Уважают старших, да. И келинка всем членам семьи будет подавать чай, который... Ну, несколько часов она будет наливать, если гости не... Да. А, да-да-да, если гости, да. Гости пока не уйдут. Вы тоже делали? Нет, она еще не келинка. А вы делали Жанара? Да. Не сложно было? Нет, ну устаешь, конечно, сильно. Ну есть же, помогают другие келинки. Я не одна встречаю. Получается, все помогают, но ты вот чай разливать будешь. А мужчины сидят, да? Мужчины сидят. Кушают? Кушают. Я хочу родиться мужчиной, пока достанет иногда. Вау, это да. Я точно поправлюсь, а Лин точно похудеет. Долго очень сложно понимать, где женской и мужской твоей. Потому что эта шапочка очень похожа на корейская мужская военная шапка. Боюсь. Я путалась из-за картинки. Да, я, откуда здесь... я понимаю, да, это женское или нет? Да, да. О, бубой, зачем бубой? Плохой человек.